Ну, вы знаете, я не знаю, как жить. Я только знаю одно. Жить непросто. Нужно делать постоянные усилия. Вот преодолевая себя, вытаскивать себя за волосы из любой беды, из любой нужды. Вот просто заставлять себя жить. Потому что очень часто многим жить не хочется. Чем-то себя занимать, вот просто делать усилия. Вот так надо жить. А есть жизненный пример, когда вот действительно сила характера вам позволила как бы прям вот встать и пойти дальше? Ну вот такой, он может быть даже не очень глобальный. Может быть глобальный, может быть вот какой-то маленький случай. Вот, ну, пример, вот когда действительно прям... ну вот это нужно для как бы... Пример? Да. Ну, вы знаете, пишите звук, да? Например, в моей жизни были чудовищные события, и украденная дочь, и смерть любимого человека. И ведь это тоже стресс, поменять страну, потом вернуться. В моей жизни и измены были, когда любимый человек мне изменял. И через все это я прошла, и я заставляю себя, я вытаскиваю себя за волосы. Потому что потому что говорят, что ведь это же страшный грех, отчаяние. А что вот говорите себе в такие переломные моменты внутри, что говорите себе? Ну вот это также, да, вот для людей просто, чтобы есть что-то, что говорите себе, что помогает вам действительно как-то выбраться из этих ситуаций? Я говорю себе так, посмотри на других, ведь у них и еще хуже. Включи, пожалуйста, Первый канал, посмотри передачу Малахова или там Второй канал, передачу «Прямой эфир». Посмотри. Ведь бывают ситуации чудовищные, ну, значит, не все так плохо.